40 лет – целая эпоха. Большой отрезок времени, за который через школьную парту успели пройти сотни учеников. Сегодня они уже взрослые, состоявшиеся люди, которые, однако, не забыли стены родной альма-матер. Праздничный день бывшие выпускники, сегодняшние школьники, учителя и специальные гости стали участниками юбилея. Огромное событие – юбилей школы. И это, конечно, радость для нас всех, для детей, для законных представителей, для взрослых, для учителей, для всего городка Величковичи. Но вместе с тем и очень волнительно, и трогательно, потому что это огромная ответственность за прошлое школы, за будущее и за настоящее. Юбилей школы – это радость, это достижения, которые пройдены за 40 лет. Чествование наших уважаемых гостей Ивана Ивановича Головатова непосредственно будет с управления Татьяны Михайловны Протасиной, будут директора, гости сельских школ, городских школ, дополнительных образований. Ну и, конечно, наши любимые ветераны школы, потому что без них, конечно, не было бы школы. Это и Вештарты династия, потому что и сам директор, и его супруга, они всю жизнь отдали школе. Вы знаете, всегда очень волнительно, потому что юбилей школы – это показывается именно достижения пройденные. За 40-летнюю историю школа сильно изменилась внешне, полностью обновила материальную базу, но сохранила добрые традиции. Так, например, уже много лет подряд тут проводят бал молодежи. Мероприятия, которые ждут с нетерпением и жители агрогородка, и сами выступающие. Праздник открывал школьный вальс. Очень символично. Если вдруг удача запропала, пройди по тихим школьным этажам. Далее праздник продолжился церемонией награждения, в рамках которой администрация школы выразила слова благодарности всем тем, кто на протяжении долгого времени помогал учреждению. Почетные гости не просто получили подарки, но и сказали свои теплые слова поздравлений и пожеланий школе. Одним из весомых подарков стала и материальная помощь. Иван Головатый вручил сертификат на сумму 400 тысяч рублей. Деньги планируется потратить на ремонт школы. Ведь с 1 сентября школу ждет реорганизация. К школьникам присоединятся еще и детсады. Мне хочется сказать искренние слова благодарности ветеранам, которые здесь сегодня присутствуют. Александр Иванович, вам также, потому что вы являетесь основателем этой школы. И действительно, ваш труд, он сегодня виден, когда можно пройтись, проехать по населенному пункту. С каждым годом населенный пункт становится все краше. Еще одним приятным моментом праздника стала очередная награда директора школы от Солигорского райисполкома. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и эффективную управленческую деятельность. Но за этими официальными словами действительно стоит огромный труд, тепло своей души, которое она дает вам, уважаемые педагоги, дети и родители. Праздник окончился на торжественной ноте, но отдыхать некогда. Впереди школу ждет последний звонок и выпускной вечер. А значит, еще много приятных, теплых слов и новые, благодарные выпускники.